Привет! Я сейчас должен убивать твоего мужа в Милуоке. Так почему ты здесь? Убивать плохо, Шэрон. Но ты же киллер. У всех свои недостатки. Я тебя изменял? Возможно. Не понимаю, за что мне такое? Я такая ужасная. Или, может, я... магнит для уродов? Все у тебя наладится, милая. Как ты это сделал? Дофига кондомов. Никто не знает. Отлично выглядишь. Когда любовь... Простите, официант, можно... Нагрянет. Я на свидании, и она мне нравится. Может, давай завтра? Дослушивал аудиокнигу? Нет, извини. Пришлось кое-кого убить на парковке. Да, бывает. Зачем кому-то убивать нашего человека на людях? На, отстрели ему башку. Он как человек дождя, только секси. Спасибо. Вы агент ФБР, для вас назначена новая цель. Он один из самых известных в мире профессиональных убийц. Он завязал? Нет, у него появился моральный кодекс. Он сказал, что убил кого-то на парковке. Я думала, он пошутил. Люди пытаются его нанять, а он их убивает. Он убивает своих же заказчиков? Да. Он мертв или как? Без сознания. Это твоя фишка с убийствами, это... Странно, знаю. Сначала ты весь такой идеальный, а потом людей убиваешь. Сэм Роквелл, Анна Кендрик и Тим Рот. Этот тип сверхзвуковой психубийца, да? Стреляй ему в морду. Он архош в Бруклине, то стволы лучше. Уходим. Совсем плохо? Ты такой красивый. Спасибо. Бежим! Я в него влюбилась, это глупо? Да. О, да. Вдруг поняла, что не знаю, как его зовут. Твоего идеала? Ага, его. «Мой парень-киллер». Премьера 8 апреля.